Всем привет! Не прошло и полгода, или прошло, ну неважно. Главное, я смог адаптировать бункерный бубен для ГББшного Глока с питанием от воздушного баллона. За ВВД! В данном видео я покажу, как собрать такой бубен и немного протестирую его работоспособность. Заново пересказывать, как собирать бубен с нуля, я не буду. Для этого пересмотрите видео по всплывающей подсказке. Я лишь покажу монтаж деталей, необходимых для адаптации с глоковскими магазинами. Переходим к практической части. Для сборки нам потребуются следующие инструменты и запчасти. Магазин от Глока 17 либо 18 на грингазе. ВЕшные магазины не подходят. КЖВ подходит. Главное, чтобы пятка магазина фиксировалась не через винт, а через два пина. У маруйских магазинов вроде схема схожа. Макролайн 4 мм. Это трубка для воздуха. Специальные фитинги. Ссылки будут в описании. Фостер или штуцер. Инструменты, обрезок пружины от пулеметного короба 95 мм, разные винтики, размеры я буду сообщать по ходу сборки, и, соответственно, напечатанные детали. Приступаем к сборке. Сделаем вид, что основной механизм подачи шаров уже собран и готов к установке в бубен. Поэтому перейдем к подготовке магазина пистолета. Для этого необходимо произвести некоторые доработки, не критичные. При желании всегда можно будет вернуть магазин к исходному грингазовому состоянию. Снимаем фальшпятку, вынимаем пружину с подавателем, для этого нужно выдавить пин. Теперь выкручиваем заправочный клапан и складываем все эти запчасти в отдельный пакетик, чтобы не потерять. Далее подвергнем пятку магазина рассверливанию. Необходимо расширить канал, в котором находится заправочный клапан, до 10 мм, при этом не повредив резьбу. Картинка для наглядности на экране. По необходимости сглаживаем углы или выступы дремелем, если таковые имеются. В данное обновленное посадочное место устанавливаем быстрозажимную муфту для макролайна 4 мм. Резьба ответной части М5, такая же, как у заправочного клапана. Если по какой-то причине на муфте отсутствует резиновое кольцо, необходимо обязательно его добавить. Примерные размеры кольца 6 на 3 мм. Берем обрезок пружины от короба и устанавливаем его в механизм подачи шаров. Теперь, используя печатные детали и винт М3 на 28, соберем пятку переход на бубен. При этом необходимо также установить крышку для засыпной горловины. Магазин готов для интеграции в бубен. Берем необходимое количество макролайна, устанавливаем быстрозажимную муфту. Осторожно устанавливаем эту конструкцию в заднюю половинку корпуса, продевая трубку макролайна в отверстие на задней стенке корпуса и прижимая ее механизмом подачи, параллельно устанавливая пятку переход на направляющие в корпусе. Фиксируем все, что нужно. Устанавливаем подготовленную переднюю часть корпуса, совмещаем шестеренки и фиксируем винтами. На макролайн устанавливаем либо быстрозажимной, либо не очень фостер для вашей воздушной линии. Небольшая корректировка. Для более стабильной подачи шаров необходимо добавить еще одну деталь. Данная деталь упростит подачу шаров. Монтаж осуществляется через верхнюю часть магазина. Для этого необходимо выдавить пин, удерживающий губки.
извлечь губки и вставить деталь внутрь по направляющим. Важно, чтобы шары по этой детали могли свободно перекатываться. Так что, возможно, понадобится доработка напильником. Собираем в обратном порядке. Продолжаем. Готово. Пора тестировать. Оптимальное давление, выдающее 100 метров в секунду, на 0,2 шарах 120 PSI. По крайней мере, у меня так. При давлении ниже 100 PSI наблюдается нестабильная работа затворной группы, особенно при минусовой температуре. Да, кстати, забыл сказать, к сожалению, затворная задержка больше не работает. Итоги. Бубен работает. Не идеально, но работает. Предполагаю, что у кого-то вообще работать не будет при самостоятельной сборке. Например, у рукожопов. Также, возможно, проблемы из-за запчастей от штатных бункеров. У разных производителей бывают небольшие различия в размерах, что в свою очередь вытекает в клин шестеренок и невозможность подачи. Пока что бункеры от Цимы в виде доноров подходили лучше всего. Переходим к экономике. Используя необходимые комплектующие для нашего бубна, можно будет уложиться 1005 рублей. При этом стоимость хорошего газового бубна для Глока составляет на сегодня порядка 150 долларов, без учета доставки в нашу необъятную. У Зорга цена заявлена в 11 тысяч рублей, но не факт, что у него есть наличие. То есть наша хендмейд свистоперделка выходит в два раза дешевле. По прочности, правда, примерно то же самое соотношение, но не в нашу пользу. Но это приемлемо, так как все можно будет починить. Своего пользователя данный бубен найдет. Все. Наконец-то я разобрался с этим бубном. Теперь можно будет переходить к обзорам карабин китов для Глока. Год завершается. Непростой год. Будем надеяться, следующий будет получше. Так что всем добра, здоровья и благополучия. До скорого.